Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелис Сосуева, я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милуки и Дель Моника. И я начинаю новую рубрику, которую я бы назвала «Слушаем оперу в хороших традициях». Потому что на Ютубе можно найти еще записи, когда эти записи были сделаны в очень хороших условиях и в хорошее время. И я выбрала оперу «Турандот» Пуччини в исполнении Марио Дель Монако, Ингеборг, это Калафа Турандот, Тебальди Лью, Тимур Закария и замечательный дирижер Альберто Эреде, итальянский дирижер. Если вы специально обратите внимание, как он ведет оркестр, это вот создание атмосферы. Это не просто продирижировать, а чтобы все вступили, да? А баланс очень прекрасный. То есть с большим вкусом. Ведь дирижер создает баланс между певцом и оркестром не только в силе звука, а и в тембристике, интенсивности инструментов оркестра. Поэтому я получила огромное удовольствие во всем смысле. В смысле сочетаний, в смысле качества каждого отдельно поющего оперного певца. И, естественно, все они обучались еще в 40-х годах, до 50-го года вокалу. Они с опытом уже были. Запись 1959 года. В описании я дам ссылочку. Обязательно послушайте. Если вы любите Пуччини и любите красивые голоса для оперверизма, обязательно послушайте и напишите свой отзыв о том ансамбле, который вы можете, прослушав, оценить, сравнить, может быть, современными со своим опытом уже в нашего времени. На мой взгляд, это одна из лучших записей. Всего доброго, до свидания.